команде правительства Чувашии изменения. Возглавлять Министерство экономического развития, промышленности и торговли теперь будет Павел Иванов. Светлана Ананьева назначена помощником главы Чувашии. Сегодня Михаил Игнатьев обсудил с обоими задачи и планы. Михаил Игнатьев поблагодарил Светлану Ананьеву, которая последние полгода исполняла обязанности руководителя Минэкономразвития Чувашии за вклад в социально-экономическое развитие региона. Назначил вас помощником главы Чувашской республики, чтобы вы дальше продвигали, соответственно, и те прорывные проекты, которые есть для развития реального сектора экономики, для поддержки малого, среднего бизнеса и все эти мероприятия, национальные проекты по полномочиям, по компетенции будете координировать. Реализация нацпроектов и повышение производительности труда. Такие же задачи теперь стоят и перед новым министром экономического развития, промышленности и торговли Павлом Ивановым. Глава республики напомнила о необходимости продолжать работу по повышению инвестиционной привлекательности региона. Знаете, что наша территория опережает социально-экономического развития. Индустриальные парки в городе Чебоксары. Резидентами еще все те площадки не закрыты до конца. Впоследствии появятся, они, значит, заполнены будут. Это тоже дополнительно налогооблагаемая база. Я обязуюсь весь свой опыт, который у меня есть, компетенции, как сейчас принято говорить, использовать во благо Чувашской республики. Те задачи, которые стоят перед Министерством экономического развития и промышленности, они понятны. Конечно же, все, что необходимо, дополнительные ресурсы, какие есть возможности у меня, у моих коллег, все будет задействовано во благо достижения тех показателей, которые вы обозначили. Павел Иванов разные годы работал в банковских структурах, был заместителем министра финансов. Профессиональную переподготовку и повышение квалификации проходил в Академии народного хозяйства и финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Продается?